Всем привет! С вами Блоссом Форд и Лили Блоссом. В этом видео, это рубрика «Вопрос-ответ», мы отвечаем на вопросики. Первый раз. Так, вопросики от канала Animal Travel. А я когда буду? От Ксении Симониной будешь. А, ну тогда сюда встану. Итак, первый вопрос. Снимешь обзор на коллекцию MLP после этого видео? Есть LPS любимый? Если есть, то какой любимый? Да, у меня есть LPS, два LPS. Так, у меня любимый такой зелененький хамелеончик, да? Надеюсь, ты его видела, ты там даже комментарий оставила под этим видео. Этот зеленый хамелеончик у меня любимый. Итак, следующий. Есть домашнее животное? Да, у меня есть домашнее животное, кот Бонни. Так, Ксения Симонина. Итак, любимое блюдо. Макароны. Любимая книга. Не знаю, что нет пока любимой книги у меня. Хочешь каникул? Да. Любимый монстряшка. Я не люблю Monster High. Значит, у меня... Запомните, я не люблю Monster High. Я люблю Monster High. My Little Pony. Что еще? Знаешь? Что еще? Ну все, квест Руберус. Руберус, хочешь каникул? Очень. А умеешь летать на гитаре? Умеешь играть на гитаре? Нет. Знак зодиака. У меня знак зодиака Овен. А у сестренки Телец. Да. Да, у меня Телец. Если говорить со стороны Саши, у нее тоже вот Овен, знак зодиака. И последнее. Знаешь Берсика? В скобках она написала Берс Ревью. Нет, Берсика я этого его не знаю. Берс Ревью. Ну, это одно и то же. Ну, я его не знаю. Если что. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. На сегодня. Все. Всем пока. Если я вам понравлюсь, то поставь лайк.